Вышла новая 70-я серия Скибиди Тойлот, парт 1. Давайте сейчас прокомментируем, что происходит тут, а далее разберем. Тут мы видим, что происходит непонятная дичь. Как-то кто-то убегает, что-то тут делают, какие-то скибидисты, мы стреляем из какой-то дичи, мы не понимаем, что тут происходит. Мы отстреливаем сейчас поначалу скибидистов, а потом улетаем. По пути сбиваем скибидистов и все, садимся куда-то на крышу. Уничтожив скибидистов, мы идем непонятно куда. Уничтожая первого другого скибидиста, мы отлетаем назад. Отлично, дело сделано. И мы сейчас летим куда-то. Но именно куда, непонятно пока что. И да, тут какой-то странный скибидист. И что-то тут странное происходит. Я, в общем, ничего типа не понимаю. Он с очками такой, с улыбкой на нас смотрит. Думает, что сейчас что-то будет не так. Но прилетает камерамен Титан. Уничтожает этого скибидиста. Ломает его. Пытается уничтожить своими какими-то лазерами огненными. Непонятно чему. Да, он уничтожает всех скибидистов, поворачивается и смотрит на нас. Далее к нему подлетает какой-то еще один скибидист и его отрубает каким-то непонятным молотом или чем-то еще. Можно так сказать. А точнее, его отрубили уже мечом. Так, и вот тут мы видим, что-то ему Тимен Титан что-то делает, и он лечится. Что странно, дает энергию. Прям так, то что Спикермен Титан начинает взбешиваться и просто бесится так мощно, как никогда. И стреляет так мощно своими орудиями. Непонятно, что даже происходит. Ёкарный бабай, скажете вы. Камерамен Титан отрубает у скибидиста руку, отрывая ее, смотрит непонятно куда. Происходит взрыв, и Спикермен Титан каким-то лазером очудился здесь и решил повторить свой коронный трюк из 58-й серии Скибиди Тойлот. Прокрутившись, потеряв всю энергию, возвращается опять на место. Смотрит на всех. Странное, что-то не так. Этот Тимен Титан похвалил его. Возвращается какой-то скибиди-колонка, что-то делает с лазерами, начинает тусоваться, но вдруг кто-то его разрывает со всех частей просто. Какой-то странный скибидист просто. Непонятно что, камерамен Титан стреляет чем-то. Он в него стреляет. Господи, боже мой, что происходит? Откуда эти стрельба? Что это такое, непонятно. И этот скибидист просто что-то делает. Всякую мямли говорит. Непонятно, что-то за его спиной оборачивается. Он отрывает что-то и кидает в Титана Тимена. А далее после этого он такой злой. Что-то, блин, думает, ну ладно. Пора мне валить или что-то еще делать. Прилетает ТВ-вумен, спикер-вумен и улучшенная камера-вумен. Так, они куда-то идут, непонятно куда, улетают, и все это было записано только на планшете. Но вдруг свет отрубается, и мы, оказывается, все это время наблюдали от планжермена, что тут происходило. Но все подрубают какую-то дичь непонятную на своих башках, и все. А потом какой-то темный экран. Ну а теперь к разбору. В описании ролика можно увидеть надпись Something Unexpected Happened, что в переводе означает «произошло что-то неожиданное», то есть то, что произошло в сериале. На первых кадрах можно видеть, как камерамен бросает эту гранату, которая взрывается со звуком из Half-Life 2, а рядом с ним стоит другой обутый камерамен. И да, это все это время была граната, а не туалетная бумага. И да, внизу можно увидеть скибидиста. Кстати, вот тот самый камерамен с огнеметом, который является из
вот этого слитого кадра. Он что-то поджигает их. Поджигает скибидистов пламенем, как у камерамена Титана. Из ядра. Вот можно тут увидеть надпись «No smoking», что в переводе означает «не курить». Возможно, что-то тут проводится, то, что может сгореть из-за этого. О чем я говорю? Типа, что-то может сгореть, если кто-то покурит. Идем дальше. Фонари горят желтым цветом, что означает, их сделали скибидисты. Мы можем увидеть тут двух убегающих камерамена, а также один вдали. И да, у коричневого раздетого камерамена дробовик из Half-Life 2. Я про вот этот дробовик. И да, скибидисты из 61 серии стали намного больше. И теперь они здесь и едут, и разбрасывают даже ракеты. А все это дело мы наблюдаем от большого камерамена. Что мы можем понять по бластеру, из которого он стреляет красным излучением? А также вот тут-то скибидиста, в которого он стреляет. Вот тут и есть табличка, что означает, там есть какой-то ядерный реактор, который может взорваться при контакте с чем-то, и будет очень-очень плохо. После уничтожения этих скибидистов мы можем увидеть, как скибидисты из лаборатории выходят, а далее в нас стреляют. Опять же таки, желтые фонари, которые сделали скибидисты. На оригинальной карте они, возможно, могут быть и белым цветом. Но это база скибидистов. Возможно, реально то, что тут-то желтые фонари. Кстати, да, это ложь, то, что этот скибидист был возрожден из 44 серии. Потому что в этих кадрах много таких скибидистов, и непонятно, кто есть какой. У этого скибидиста есть на наличии 2 лазера, 4 ракеты и 2 щита. И черный унитаз, естественно. И какие-то чистые зубы. И очки. И да, у него есть немецкая, нацистская вещь, а именно шлем. И да, кстати, это ложь, то, что камерамен Титан улетел на свою базу. Наоборот, он опять пошел с дурной башкой воевать до конца, пока не сдохнет сам. И, естественно, расправляется с одним скибидистом, поджигая его из своей энергии. Далее со вторым таким же. И что тут происходит? Мы видим какой-то новый вид скибидистов. Совсем другим туалетом, а также джетпаком. Кстати, вот здесь и есть ляп. А какой именно? То, что тут огонь выходит не из джетпака, а рядом с джетпаком. На пару сантиметров. Ну а далее мы можем видеть, как из черного дыма рука Тивмена Титана улучшенного прорезает скибидиста. А далее смотрит куда-то. А точнее на спикермена Титана. И произносит такие слова. Do it quicker. Задом наперед. Что в переводе означает «сделай это быстрее». При приземлении лечит спикермена Титана, отчего он просто наполняется мощной энергией. Просто... И все, типа, вам хана, скибидисты. Мощным ором начинает заряжать свои бластеры и стрелять мощным ударом. У него джетпак раздвоивается, а также он уничтожает скибидистов. Тем временем камерамен Титан убирает кислотную бочку от другого скибидиста и опять вставляет себе в руку. Также можно заметить, что у спикермена Титана измененный лазер, а именно с размером ядра. И тут-то отсылка на 58-ю серию Скибиди Тойлы. Но спикермен Титан расправляется, естественно, со всеми, а потом резко улетает на свое место. Кстати, его джетпак стал красным. И все скибидисты умерли. В итоге, тут-то, и наконец-то вот тут-то, Тивмен Титан говорит, чтобы он ушел оттуда. Если что, я перепутал кадр. И у него лицо похоже из игры Roblox. Ну а потом возвращается он из вот этой серии Скибиди Тойлет. И да, это диджей-скибидист. Он прокачанный. Но это, наверное, для шутки.
Он начинает танцевать, но сзади появляется Астра Скибидис, который разрывает его на несколько частей. На все части. Отбрасывает все. Но камерамен Титан решает в него пульнуть энергией, но в итоге страдает сам. Тимен Титан тоже не против. Но тут-то Тимен Титан задом наперед произносит слова под названием «Who dare are you do think you are?» Задом наперед. Но он это говорит только в матерном смысле, ну типа материться. Что в переводе означает «Кто ты? Ты думаешь, кто ты такой?» А точнее, «Что ты такое?» В переводе означает «Что ты, черт возьми, такое?» Ну а потом Астер Скибидист произносит свою речь под названием «You are dying», что в переводе означает «Ты скоро умрешь». Не голосами скибидистов, а именно голосами людей. После того, как он произнес голосом человека эти слова, Тимен Титан решает его уничтожить, но Астер Скибидист все чувствует, отрывает меч и кидает ему прямо в руку. И улетает. Странно что-то. И да, у Тимена Титана не было никакого зеленого лица. Шучу, есть, конечно, вот, слегка это можно увидеть. Но в итоге, как мы можем видеть, у Тимена Титана на всех телевизорах включен злобный смайлик. Как мы можем видеть, у Speaker Woman, у Camera Woman и TV Woman появились джетпаки. А также у Camera Woman 2R пулемета из Half-Life 2. Если что, вот так он выглядит. Но Speaker Woman в своем репертуаре решила стать ниндзей и взять две катаны. В итоге большой камерамен встает и указывает, куда идти. И врывается все-таки в базу. И все это время мы наблюдали из камеры Планджермена, смотрящий на всю эту ситуацию. Но далее отрубается свет. И происходит неожиданное. Оказывается, у всех камераменов есть фонарики на линзах, с помощью которых они видят. После того, как к ним вламываются, серия обрывается концом. Вот такой был разбор Скибиди Тойлет 70. На всем удачи и всем пока!